В Ярославле стартовал 18-й хоровой форум студенческих и академических хоров «Веснушка». Чтобы получить главный приз, коллективам со всей России нужно, помимо академической программы, мастерски исполнить и шуточное произведение. В рамках проекта запланированы мастер-классы и концерты, в том числе ночные. Какие города присоединились к форуму в этом году, узнала моя коллега Анна Лазорки. Она побывала на открытии. Участницы вокального ансамбля «Бельканто» из Челябинска на «Веснушке» впервые, но приехать смогли не все. Учеба в институте все-таки на первом месте. Много очень репетиций, много времени, да, для подготовки требуется. Поэтому, конечно, не все справляются с такой нагрузкой, и некоторым пришлось остаться, так сказать, наверстывать все. Они готовились, но в итоге к форуму-то они были готовы, а вот по дисциплинам учебным, к сожалению, потеряли, поэтому остались писать конспекты, лекции. Атмосфера праздничная и за кулисами, и на сцене. Ведь, как известно, пение поднимает настроение. И даже зал не смог не присоединиться. В столицу Золотого кольца приехали гости из Ростова, Костромы, Тулы, Челябинска, Перми, Иваново, Санкт-Петербурга, Москвы. Постоянные участники форума – ярославские ребята из хора «Этерия». Столько коллективов, столько эмоций. Конечно же, это и волнительно, и приятно, и всегда радостно выходить нам всем вместе. Вот, мы считаем себя семьей. Очень приятно, что на этот хоровой форум приезжают очень интересные коллективы. И Ярославль – это всегда город, у которого очень такие крепкие традиции хорового пения и музыкального искусства. Отбор на форум по правилу. Кто успел прислать заявку, тот и участвует в «Веснушке». Количество мест ограничено. В этом году 30 творческих коллективов. Хоровой форум «Веснушка» абсолютно оправдывает свое название не только майской легкостью и красотой музыки, но и обязательным условием для участников – исполнением песни «Шутливый». За 18 лет на форуме выступили более 200 коллективов, и каждый раз новый лауреат. В жюри – ярославские хормейстеры и победитель прошлого проекта. Особое внимание к игровой песне. Это 17-18 лет до уже солидных людей, которые, так будем говорить, в любительском хоровом искусстве уже много и много лет. Но этот синтез, это взаимодействие, это главная наша задача, чтобы все поколения людей, вместе поющих, чувствовали себя во время «Веснушки» в таком хорошем, комфортном состоянии. За 4 дня Ярославль услышит голоса 600 участников. Форум принимает Ростов и Кострома. А в Ярославле помимо дневных сразу 2 ночных концерта. Праздничное закрытие в Собиновском концертном зале. Анна Лазоркина, Михаил Орлов. Главные телевизионные новости.